Итак, дорогие друзья мои, заинтересовало меня до последней невозможности вот в новом введении, ну, в последнем обновлении появились вот эти вот бутылки. Вот я понятия не имею, что они от меня хотят. Как это вот, надо иметь военно-морской катер. Поэтому я купила себе чертеж. Так, а тут у меня двое лежит. Другое, это не то. Вот, чертеж военно-морского катера. Так, я, пожалуй, вот сюда уберу. Что нам нужно, чтобы его построить? Деньги все равно девать уже некуда. Корпус катера. 100 планок. Так, это солнце планки. А планки дефицит. Ясно. Наделаем планок. Вот нам интересно этих бревен. Оп, я заблудилась. Да, блин. Вот. Поехали. Сейчас 100 планок быстро наделается. Это... Поскольку мы с Соколом собирались бомбить королевскую битву, у нас очень много ушло как раз планок на производство ремонтных наборов. И как оказалось, нам и половина от этого не нужна была. Перестраховались. Ну ничего, они в принципе пригодятся. Так, солнце будет там нужна была. Что еще нужно было? Остаток. И это все есть. Так. Медный слиток, ух ты, боже ты мой. Медных слитков, ну прям вот как грязи. Медный слиток. Ткани нить. Ткани хватает. А вот с нитью могут быть проблемы. 9 штук. А сколько надо было? Двадцать. Ну что ж, будем собирать. Зелень. В смысле волокна. Так, что у нас еще волокно дает?
Вот, ну и нас дает бамбук. Где тут у нас бамбук? А вот он. Ну, надеюсь, что набранного нам хватит. Ой. Прямо с лихвой должно хватить. Так. 10. И 10. Для ускорения. Запустим сразу на 2 верстаках. Окей. Так, пока это делается, мы пристроим на свои места пушки, корпус. Ну, и вот пошла. Я не знаю, что я, как правильно все это делать, но надеюсь, что я делаю правильно. Так, ну, вот, пошел делаться. Там вроде бы стекло еще нужно было. Так. Пока что выброшу все это куда-нибудь. Делается, делается, делается. Так, а что у меня тут это все включено? Зачем? Красоту портит. Строится там в бутылке наш кораблик. Что-то перестало мне показывать при наведении мышью. Вот обновление. Так вот все это. Перестало работать. Так, ну он уже качается на волнах. Скоро ему как паруса настроят. Ух. Ну, 10 минут, насколько я помню. Вот если строится. Так, вот всякие эти штуки можно выбросить.
Пока что вот надвигается сильный ветер, пишет. Значит, скоро дождь будет. Ой, не сюда. Надо купить себе молоток за 100 тысяч. И подписывать все эти контейнеры тоже. Никакой памяти не хватает. Ну как ты тут? Нет еще. И нет. Так. А вот мы с вами какой эксперимент проведем. Что-то стали у меня накапливаться вот эти вот пиратский ключ от скелета. Я не понимаю, зачем они вообще. Почему-то они перестали тратиться. Нельзя ли им открыть вот этот вот сундук? Да, нельзя. Зачем же они тогда вообще? И, кстати, вот неправильный ключ, он ломается, исчезает. О, да, заодно те, кто был не в курсе, теперь знают, где находится грозовое сокровище, которое требуется по квесту. Когда идет дождь, оно вот появляется либо вот там на острове, их вообще две штуки. Это вот где холм с пиратами и призраками. Ну, еще нет. Как-то он там плавает сквозь бутылку. Тут его там прям качает в бутылке так сильно-пресильно. Так. А я вот прикупила себе станцию оружейную. Она сама в автоматическом режиме делает ядра. Так, а чего тебе не хватает для биоядер? Что-то я забыла. А, остаток. Остатка у меня тут. Цельный сундук. Вот так, кладем сюда нужное. Уголь. И вуаля. Она делает ядра сами. Сама. Пока вы там плаваете, у вас уже тут арсенал пополняется. Делает сразу по 5 штук. В общем-то, тоже ускоряет процесс. Так, а что это мне свиток биосопротивления дали? Это хорошо. Ну, о, построился. Забираем. И где тут в эти бутылки? Морское стекло. Ох, я убрала обратно, что ли? Какая я хозяйственная. Все в дом, все в дом. Рачительная хозяйка. Ну. Итак, вот мы делаем корабль в бутылке. С бутылкой. И что мы с этого получили? Так, экипируйте, используйте огонь атаку, чтобы бросить его в любую точку океана. Корабль вырастет до полного размера. Ну хорошо. Поскольку я свой первый катер отогнала на лесной остров,
чтобы снимать там блокаду. У меня тут место освободилось. Чем он, собственно говоря? Отличается. А, тот устанавливался, это вот надо бросать, да? Ну, давайте бросим в воду. Ох, ничего себе! Я как далеко кидаю. Так. Ну, хорошо. Вот он вырос в целый катер. И чего? Так. Сейчас мы его... Ой, а поставим-ка мы его задом. Нет, ладно уже. Развернулась в эту сторону. Так, что ж, поголовье корабликов восстановилось. А, осталось только понять, а для какой цели мы вообще все это сделали. Так, и... Ничего я не поняла. В чем была разница? Компас. Ах, компас. Компас. В чем был смысл? Зачем надо было усложнять задачу, если его можно было сразу в воду поставить? И было бы все то же самое. Трюм такой же, китов столько же. Как там в мультике говорил? Ничего не понимаю. Так, выпустите меня с этого корабля. Да блин, что такое? Вот, отсюда проще как-то выйти. Вот, собственно, и что. Ну ладно, есть у меня теперь еще один не сильно-то мне нужный катер. Прямо скажем, мне только два корабля нужны. Вот этот вот королева черной души. И тот царственный провиденс. Ну что, мы с вами прошли путь построения вот корабля. Но в бутылке ничего не стало понятно. Ну ладно, будем разбираться дальше.